Красивее с каждым днем. В Бобруйске продолжается активное облагораживание территорий. Сейчас ведутся работы по установке тротуарного и дорожного борта. Что в планах? Чтобы поездка не стала последней, мотоциклисты под особым контролем ГАИ. Агрессивное вождение и дорожное хулиганство будут жестко пресекаться. Кто в клубе рискованных? Рано радовались. Лето в Беларуси сменило осень. На повестке дня дожди и сильный ветер. А также расширенный список, дорожный надзор и вопрос воспитания. Утверждена учебная программа школьного факультатива «Азбука нравственности». В чем суть? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты. Я Кристина Ариянс. Радость для глаз. Бобруйск с каждым днем становится все лучше. На улицах города невооруженным глазом можно заметить не только новенькое дорожное покрытие, но и свежие тротуары. Всего с начала года ДЭП провел ямочный ремонт почти 1500 квадратных метров дорог. Не покладая рук, работники трудятся для комфорта жителей. Особое внимание – безбарьерной среде. Для людей с инвалидностью укладывается специальная тактильная плитка. На данный момент мы ведем работы по пешеходной дорожке по улице Социалистической. От улицы Интернациональной до нашего драмтеатра. Работы планируем закончить конец марта, либо начало апреля этого года. Также приступили к работам по нашему скверу, который находится на улице Урицкого, 125. Сейчас ведутся работы по установке тротуарного и дорожного борта. И в апреле месяце мы планируем производить работы по укладке плитки. В городе готовятся обновить дорожную разметку. Объем работ значительно превысит прошлогодние. В 2024-м подправят чуть более 30 тысяч квадратных метров. В эти цифры не входит новая, которую нанесут после текущего ремонта городских улиц. Сейчас дорожники ожидают поступления специальной краски. Кроме того, в планах высадить в городе более 630 тысяч цветов. Тише едешь, дальше будешь. Сотрудники ГАИ проводят профилактические и разъяснительные работы. Началом мотосезона время резкого роста количества аварий. Уже зафиксировано 15 ДТП. Экстремальная езда стала последним воспоминанием в жизни для трех человек. Еще 16 травмированы. Любителям погонять на двухколесном госавтоинспекция уделяет пристальное внимание. По всей стране сотрудниками дорожно-патрульной службы организованы отработки населенных пунктов и прилегающих к ним автодорог. Направлено предупреждение и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения водителями мототранспорта. Агрессивное вождение и дорожное хулиганство будут жестко пресекаться. Среди самых распространенных нарушений – превышение скорости, несоблюдение правил маневрирования, передвижение без мотошлема, вправ или в нетрезвом виде. Зачастую любители двухколесного перевозят пассажиров сверх количества предусмотренного техническими характеристиками. Расширенный список, дорожный надзор и вопрос воспитания утверждена учебная программа школьного факультатива «Азбука нравственности». В чем суть? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белорусы смогут сообщить о проблемах на трассах и дорогах общего пользования. На сайте Комитета госконтроля появилась специальная онлайн-панель. Информация будет приниматься в течение апреля. Необходимо заполнить форму, указать примерное местонахождение участка, суть и прикрепить фото или видео. Правительство расширило перечень изделий по программе кредитов на отечественные товары. В список вошли деревянные окна и двери, отопительные газовые котлы, садовые качели, мебель, кухонная техника, ковры. Займ выдается, напомним, на срок до 3 лет под 4% годовых. Кроме того, увеличилось и количество производителей, которые предлагают свою продукцию. В белорусских пунктах пропуска за первый квартал пограничники выявили 182 недействительных документа. Наиболее распространенное нарушение – предъявление паспорта с размытыми печатями или поврежденной фотографией. Некоторые иностранцы пытались попасть в республику без визы, а кто-то вовсе рискнул воспользоваться фейковыми удостоверениями. Утверждена учебная программа школьного факультатива «Азбука нравственности» для 2-3 классов. Занятия направлены на воспитание высоких моральных качеств и формирование норм поведения с помощью произведений детской литературы, мультипликационных фильмов, музыки, пословиц и поговорок. Проект включает в себя 8 модулей и рассчитан на 69 часов. Белавия запустила промо-тарифы по 6 направлениям. Специальная цена будет действовать на полеты в Дубай, Калининград, Сочи, Стамбул, Ташкент, Тбилиси. Период путешествий по 31 мая. Билеты по акции можно приобрести как в одну сторону, так и туда и обратно. Максимальный срок пребывания в пункте назначения – 1 месяц. В Могилевской области введен нерестовый запрет. Продлится он до 31 мая.
Инспекция охраны животного и растительного мира посещает населенные пункты, где проводят профилактические беседы. К тем, кого уже ловили на незаконной рыбалке, особое внимание. Местным жителям напоминают строгие правила для закрепления, раздают информационные листовки. Разрешается использовать только одну удочку с одним крючком, без захода в воду, то бишь с берега, в светлое время суток. Помимо этого запрещается использовать плавсредства. Также запрещено использовать экран телевизора, даже если они имеют разрешенные размеры. Во время нереста я занимался рыбалкой, меня рыбинспекция поймала. Год условного и штраф был большой. Ну вот так вот наказали, больше этого не повторится. За золотую рыбку придется заплатить по-крупному. Нарушение правил влечет штраф от 400 до 1200 рублей. Те, кто добровольно сдаст сети и другие запрещенные орудия, будут освобождены от ответственности. Славная традиция. В Бобруйске прошел республиканский конкурс пианистов имени Оловникова. Любовь к творчеству объединила юные дарования из разных городов Беларуси. Мелодия таланта прониклась Елизавета Липеева. Мелодия рождает чувства. Для Таисии Алексеевой музыка – целая вселенная. Каждая нота – олицетворение чудесных образов. Желание постигать таинство искусства, трепетное руководство педагога создают удивительное звучание творчества. Я очень люблю музыку, и я испытываю, когда играю, расслабление. Я начинаю испытывать какую-то картинку в голове. Мне не важно место, главное, что как я сыграю. Мне очень нравится музыка, я не могу без нее жить. Эмоциональная, впечатлительная, музыкальная девочка. И мы сразу попробовали участие в конкурсе имени Оловникова в ее еще 7-летнем возрасте. И в этой группе дебют она у нас заняла первое место, стала лауреатом первой степени. Я этим очень горжусь. Под девизом «Любви к музыке» республиканский конкурс пианистов собирает дарование в детской школе искусств номер 2 в 8-й раз. 76 солистов, 11 ансамблей. Количество заявок говорит многое о славе культурного события. Видите, вот самых маленьких, так сказать, времен своего дебюта могут принять участие, ну и колледжи, которые вот-вот поступят в Академию музыки, тут большой диапазон, конечно. И поэтому нам очень интересно, этот конкурс дает как бы картину того, что мы имеем сейчас в Беларуси из наших талантов, из наших будущих профессионалов. Лучших определяют в возрастных категориях в номинациях соло и фортепианный ансамбль. Самому младшему участнику 6, старшему 19. Страшно, всегда волнуюсь, но итог всегда хороший. Когда я играю, я не думаю про то, как я сыграю, я думаю про музыку. Интересно послушать других, которые тоже хорошо играют, и мотивация появляется играть. Культурная визитка. О престиже конкурса знают в каждом уголке Синеока. Юные таланты съезжаются в город на Березине в предвкушении побед. Но увозит с собой каждый участник гораздо больше. Битком набитый чемодан незабываемых эмоций, новых знакомств, ценного опыта. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. У природы нет плохой погоды. Недолгая жара в Беларуси сменилась дождями и сильным ветром. Не успели жители республики насладиться теплом и солнцем, как небесная канцелярия стремительно поменяла свои планы. Вместо ясного неба – тучи, дождь, резкий спад температур и сильный ветер. Как итог – падение 18 деревьев в 3 районах области, повреждение кровли домов и линии электропередач. Больше всего от отключения пострадали Глузские и Бобруйские сельские районы. За ночь местные электросети обслужили от 20 до 30 заявок. Ситуация остается на контроле энергетиков. Оперативно-выездные бригады дежурят круглосуточно. Номер диспетчерской службы 144. Сразу после нас сирена. Мой коллега Роман Костюков с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!